Уходящий год выдался напряженным на избирательной кампании. Выбирали депутата Государственной Думы и губернатора Ульяновской области. Минувшее воскресенье жители Ленинского одномандатного округа определились своим представителем в региональном парламенте. До выборов в законодательное собрание поставили точку в электоральном цикле года. В бюллетене значилось 6 фамилий. С большим отрывом от конкурентов в воскресенье победил старожил ульяновской политики Александр Букин. Кандидата выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия». Я перед собой ставлю две задачи. Моя трудовая деятельность на две составляющие – это образование, вторая половина ЖКХ. Я очень надеюсь, что все знания, практический опыт, который я приобрел и в образовании, и в ЖКХ, помогут, так сказать, на законодательном уровне. У меня самое большое и громадное желание приложить все усилия к тому, чтобы хотя бы на немножечко сделать жизнь комфортнее не только городу Ульяновск, но и всей Ульяновской области. Сегодня избранный депутат получил из рук председателя областного избиркома Юрия Андриенко удостоверение члена регионального парламента. Коллеги и друзья поздравили Александра Букина с победой, и депутат уже получил ответственный участок работы. Вам предстоит возглавить комиссию по благоустройству общественных пространств. Это постоянно действующая комиссия. Вот. Мы предварительно поговорили, Александр Васильевич не против, он специалист этой отрасли. Думаю, что это важнейший депутатский проект, который сегодня запускается в Российской Федерации, запущен уже, обсуждается активно. Александр Васильевич будет его курировать и сделает все для того, чтобы этот проект был реализован. Ульяновская правда надеется, что богатый управленческий опыт поможет Александру Букину успешно трудиться на благо жителей города. Егор Титов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.